Всем здорово, с вами Нел. Короче, меня в скайп кто-то хочет развести. Сейчас посмотрим, что он хочет от нас. Слышишь? Лол. Давай, кидай чили там. Ну давай быстрей, чё так. Это им, да? А что значит им? Что он делает? Пацан, ну расскажи, пожалуйста. Это что? Windows заблокирован. Ну я запустил. Windows заблокирован. Ты мне пиши, потому что я вижу здесь. Это прозрачный. Windows заблокирован. Пацан, почему я не могу делать ничего? Неверный код. Дай мне код, пожалуйста. Пацан, ну пожалуйста, дай код. Я его запустил. Подождите немного. Эй, пацан, лол. Ну скажи, что здесь делает. Скажи код, пожалуйста. Я больше не буду играть с читами. Да, я тут, мой. Все, он положил трубку. Сейчас звоню еще раз. Ты меня слышишь? Я не могу ничего делать. У меня здесь написано, Windows заблокирован. Я даже не знаю, как тебе звонил сейчас в Skype. Я сам офигел. Что это за хуйня? В смысле? У меня пишет здесь, Windows заблокирован. Я не могу ничего не делать. Ну пожалуйста, расскажи код. Как здесь? Ну будь мужиком, я больше не буду играть с читаем. Да не гони. Ну пожалуйста, расскажи код. Ничего не хочет делать. Цвет, ну да, зеленый, прозрачный. Ну да, хочу, ну пожалуйста, дай код. Будь мужиком. Я больше не буду играть с читами. Блин, ничего не могу делать.
откуда? Я с Молдавии. Из Кишинева. Это первый раз, я даже не знаю, что это. Ну я знаю, что чита, но не знаю, как им пользоваться. Ну пожалуйста, скажи код. Или пароль. Ничего не будет. Я пизды получу от родителей. И все. Ну пожалуйста, расскажи. Ну пожалуйста, будь мужиком. Я больше не буду играть с читами. Ну тогда скажи пароль, пожалуйста. Я больше с читами не буду играть. Пожалуйста, не могу ничего делать. Ну, пожалуйста, расскажи пароль. Пожалуйста. Я тебя прошу. Короче, все, он вышел. Типа он сказал, что не помню пароль. У меня бина заблокирован здесь. Да, сейчас ему расскажу, что я его снимал. Ну, потом скину ссылку на YouTube. Пожалуйста, поставьте лайки, кому понравится видео. С вами был Нелу. Всем пока.